Эй, Патрик, погнали ловить медуз. Патрик? Ты знаешь, как едят морские звезды? Губка Боб. Давай я тебе покажу. Наш желудок выворачивается прямо из тела, пронзая жертву и наполняя ее ферментами, чтобы ее можно было переварить вовне. Прости меня, Губка Боб. Вот мой шанс заставить этого монстра заплатить за содеянное. Ай-я! Санди, Санди. Прости меня, Патрик. Морские звезды могут регенерировать, Санди. Какого черта? Так что ты удвоила мой аппетит. Сэнди, ты не видела Губку Боба? Мне скоро открываться, а звездного повара все еще нету. Он умер, ты жадный стервятник. Если не хочешь присоединиться к нему и половине бикини Ботома, ты должен мне помочь. Начинай заколачивать окна досками. Но мои покупатели! Несколько часов спустя. Все, теперь остается только ждать и надеяться, что этот коварный хищник обойдет нас стороной. А не проще было бы пойти куда-нибудь, где нет окон? А? Ты это слышал? Он снаружи. Не двигайся. Он не видит нас. Просто проверяет дом на ощупь. На каждой из моих конечностей есть глаз, Сэнди. Поймал. Сэнди! Крабс! Ты следующий, Крабс. Нет, прошу тебя, Патрик. Остановись, это безумие. Нет, это Патрик. Ты кое-что забыл, Патрик. Крабы едят морских звезд. Нет, Крабс, я не забыл. Секрет котлета для твоих крабсбургеров – это я. Много лет назад ты украл кусок меня. И теперь мы хотим его обратно. Многие знают, что морская звезда может отрастить конечность. Но мало кто знает, что порой оторванная конечность может отрастить новую морскую звезду. Ты станешь моей золотой жилой! Мистер Крабс! Патрик, тебе никогда не было интересно, что в секретной формуле крабсбургера? Да какая разница, Губка Боб? Крабсбургер великолепны. Столько лет прошло, и вдруг ты вспомнил, что случилось? Нервная система морских звезд децентрализована. Что она за... распространена по всем нашим конечностям. И когда я съел недожаренный крабсбургер, клетки памяти слились с моими. Его ненависть и жажду мести, придав все бесконечные страдания моей копии, я подыгрывал всем этим фактам из морской биологии, но это уже как-то слишком. А? Патрик? Ты же знаешь, что внутрь так не попасть. Прости меня, Сэнди.
Я же из Техаса, Патрик. У меня всегда при себе пушка. Нет, уберите от меня его. Я не хочу умирать. Сколько же этих тут Патриков? В раю звезд больше, чем мы только можем себе представить. А? Сэнди, на морском дне их как-то многовато. Я не думал, что когда-нибудь буду рада тебя видеть, Сквидвард. Плохо поданный комплимент, но я тоже рад тебя видеть, Сэнди. Пули их только замедляют. Они регенерируют любые раны, но у них должно быть слабое место. Хоть какое-нибудь. Оно есть. Да, он в отключке. Думаю, он не будет против, если я заберу его мозг. Ведь он все равно им никогда не пользовался. Ты не обязана возвращаться туда, Сэнди. Ты можешь уйти, пойти куда угодно, подальше от этого. От некоторых вещей нельзя убежать, Сквидвард. С ними нужно столкнуться. Ну, как знаешь. Сэнди... Мистер Крабс? Что с вами случилось? Он заставил меня его съесть. Крабсбургер. Сырой крабсбургер. Я... чувствую его! Приговор! С возвращением, Сэнди! Я рад, что ты выжила, Сэнди! Мне еще столько нужно тебе показать! Сквидвард? Встань за мной! И ты привела Сквидварда? Одного беспозвоночного другому. Рад видеть тебя, что у тебя наконец появился стержень. Прости меня, Патрик, но у этого лишь один исход. Усыпишь меня одной из своих песен? Я не виноват, что ты слишком туп, чтобы ценить настоящее искусство. А может, ты просто скучный музыкант? Чего? Хоть ты технически неопытен, ты всегда не хватало умения импровизировать! Сквидвард, осторожно! Сквидвард! По моей команде, Сквидвард, даем дёру. А смысл? Он прав насчет меня. Я бестолковая пустышка. Простой лузер, выдающийся себя за музыканта. Сквидвард, послушай меня. Ты умнейший цифлопод, которого я знаю. И надеюсь, ты достаточно умен, чтобы понять, что тебе стоит полюбить себя. Так полюби же себя. О, нет! Сквидвард! Сквидвард! Твой клюв даже может резать сталь! Моя острейшая дула перелочит тебя в клочья! Добро пожаловать в мою микросистему! Патрик! Во! Судя по всему, у Сквидварда все под контролем! Меньшее, что я могу сделать,
расправиться с маленьким поганцем, который убил Крабса. Два выстрела, чтобы оглушить, а потом просто вырвать его нервное кольцо. Стой, подожди! Туса! Сэнди, погоди! Не стреляй! Планктон? Пойдем за ним! Ты захочешь это увидеть? Тем временем в логове супергероев. Морской Супермен бикини-ботом терроризирует армию каких-то злых морских звезд! Золых... Ты знаешь значение этого слова? А я знаю! Я должна была догадываться, что за всем этим стоишь ты, Планктон. Ты меня переоцениваешь, Сэнди. Я сделал очень много плохого, даже страшного. Но это... Ну уж нет. На такое я не способен. Что это за место? Здесь Крабс держал источник своей секретной формулы. Котлетки должны были быть заморожены сразу, иначе они начинают регенерировать. Крабс накачивал беднягу гормонами роста. Наверное, поэтому он не смог переварить сырую котлетку, которую ему скормили насильно. Годами я делал все, чтобы узнать его секрет. Теперь Юджин заставил меня пожалеть об этом. О чем ты говоришь? Мне что, нужно расписывать тебе все по пунктам, Белка? То есть? Да, все именно так. Возьми себя в руки. Дальше будет еще больше. Воссоединение. Я вернулся. Ты все еще мал. Иди обратно и ешь, потому что пока не готов воссоединиться с ним. Я готов. Я поглотил многих, теперь они накормят великого страдальца, как он когда-то накормил их. Круг замкнут. Накачанный осьминог может убивать нас, но ему не остановить нас. Многие из одного. Я один из многих. Воссоединение! Издалека много не разглядишь, Сэнди. Подойди поближе. Ты хорошо постарался, Планктон. Как и договаривались, мы пощадим твою жалкую питательную массу. А теперь беги обратно на другой конец пищевой цепи. Прости меня, Сэнди. А это, пожалуй, я заберу. У тебя уже был шанс. Нужно было им воспользоваться. Ты хотела его увидеть? Так смотри же. Сэнди! Кубка Боб? Нет, Сэнди, не сопротивляйся. Пошли со мной. И ты станешь частью чего-то прекрасного, Сэнди. Сколько еще мне вас около головах мне придется убить? Кого ты назвал около... Пришел конец твоей жестокости, Патрик. Жестокости? После того, что сделали вы с Крабсом? О чем ты говоришь? Не пытайся меня развести! Секрет его котлеток! Крабс не рассказывал бы этот секрет даже собственной матери! Не то что работнику! Что бы он ни прятал, оно умерло вместе с ним! Но если ты не знал, то сгуб кабоб! Что я наделал? Их слишком много! Ну, стоять! Столько рук, но тебе все равно не помешала бы поддержка! Спасибо, Ларри! Не забывай уничтожать нервные кольца! Ты держишь меня за дурака, Сквидвард, бро! Я же все еще живой, не так ли?
И да, кстати, где ты так накачался? Тренажерки я тебя не видел. Просто помоги мне расправиться с этими морскими звездами, пока они не успели размножиться. Ну, если ты сильно хочешь сократить их численность, то они пачками забиваются в Красти Крабс. Но там же Сэнди! Ха-ха-ха-ха! Сэнди! 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 Сделай шаг вперед, Сэнди! И узри чудеса за гранью твоего воображения, Сэнди! Прости меня, Губка Боб, но я увидела достаточно! Следующий! Тебе удалось сбежать от судьбы в последний раз, Сэнди! Великому страдающему нужно добраться до туннеля! Откуда берутся эти чертовые лапы? Быстрее, Гавари! Бегите! Черт возьми, все морское дно дрожит! Почти выбралась, я уже вижу свет. Но выход из туннеля поднимается вверх. И я... Что это такое? Это все один громадный! Патрик! Назад, Ларри! Нет! Ларри! Моя нога! Нет! Ларри! Ну вот, наконец, бикини-ботом без Красти Крабс. Все мои мечты стали реальностью. Так почему же я несчастлив? Планктон, я так рада, что с тобой все хорошо, что тебе гложет. Ничего, я счастлив, как курица. По твоему лицу не скажешь. О, Карен, в чем смысл уничтожать конкуренцию, если при этом ты уничтожаешь вообще всех? Планктон, я что, слышу голос твоей совести? И вовсе нет! Речь идет о сохранении нашего образа жизни, Карен! Нужно подготовить бита планктона! Ты это слышал? Слышал что? Земля, она трясется! Это просто подводный гром! Вот опять, только и сейчас еще ближе! Надо валить отсюда! Вперед! Мне уже надоело нянчиться с вашей жалкой группой выживальщиков! Снаружи вы все умрете! Мы заколотили окна! Морские звезды сюда не пролезут! Так что здесь мы в полной безопасности! Мне страшно! Не смотри! Мамочка! Оно уходит! Хватит! Ты не заберешь больше ни одной жизни! Я не позволю! У Сквидварда нет шансов против этой махины! Великий Страдалец пробудился, но из-за тебя мы не смогли присоединиться к нему, Сэнди! Теперь ты ж поплатишься за что это там! Ша! Узри свой рог, воздухоздышатель! Ся! Получи! Ся! Ублюдок! Миссис Пафф, тебя подбросит, Сэнди! Бикини-ботом пал! Мы с командой двигаемся на запад.
Тебе стоит поехать с нами. Уехать? Нет. Я не могу уехать. Пока не могу. Моя битва здесь. Ну, как тебе угодно. Но ты не сможешь выиграть ни одной битвы с пустыми руками. Да? Есть снайперская, тяжелые гранаты, ножи. Что выберешь? Даже не думай вставать! Ты заплатишь за это! Это тебе за счет заведения! Боже, у меня уже голос охрипнуть, надо продолжать. Гарри! Ты ждешь губку Боба, да? Прости меня, Гарри, но губка Боб больше не вернется. Я ошибся. Я думал. Я все исправлю. Подари стой! Эй, давай же ко мне! Губка Боб! Сейчас твой выход! Играй, Сквидвард! Но я не могу дотянуться! Конечно же нет, дурачок! Отпусти! Играй! 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 Отпусти, Сквидвард! И сыграй нам песню! Отпусти! И сыграй! Отпусти! И сыграй! Сквидвард! Одну последнюю песню! Чтобы успокоить твою душу! Эй, маэстро! Сэнди! Лучше бы тебе подвинуться! Сэнди, ты жива? Тебя это удивляет? Ты сам сейчас чуть не стал обедом! Нет, я рад именем Нептуна! Что же это за напасть? Долгая история, но я называю его Пэтси Риком. Оно забралось мне в голову и... Да, знакома с этим не послышки. Ты можешь стать еще больше, или это все? Нет. Осьминоги могут менять размер и форму только в определенных пределах. А ты-то можешь превратиться в белку-гиганта? Сейчас не сезон спячки, так что я не могу. Миссис Пав дала мне кучу патронов, пропитанные ее ядом. Они легко убивают мелких чуваков. Но для этого нам нужно что-то большее. Что-то гораздо большее. Я всегда считал, что размер не имеет значения. Но теперь время пришло. Максимального овердрайва. Карен. Да, Планктон. Активируй турбо. Как тебе такая пищевая цепь? А Планктон не теряет времени. Сразу рубит эту штуку на куски. Только его-то метод безнадежен. Ты же знаешь, что он может регенерировать. Расставь! Регенерируй эту тварь! Он не может восстановить ожог. Кое-что я заметил. Когда один из культистов копнул воск себе на лапу, и его клетки не восстановились. Это маленькая деталь, которую кто-то больше меня мог проглядеть. Но я-то замечаю мелочи. А вот и не каждую. Вот черт! Да! Это не так? Планктон, отвечай! Да! Катапультируй свое сознание, Карен! Я потерял контроль! Ни за что! Я не брошу тебя на корм рыбам! Планктон, пора бы разобраться с этой конечностью и быстро! Для меня это все, Карен! Спасай себя! Да что там творится такое? Вот блин! Прощай, Карен! Я люблю тебя! Планктон! Теперь я захвачу контроль и стану самой большой звездой в мире! Мне очень жаль, Планктон!
Карен, ты еще там? Сэнди, помоги мне уничтожить лапу! Без планктона я не могу управлять роботом и двигаться, но если вы протолкнете меня на лапу, то я могу активировать самоуничтожение. Мы идем. Карен, должен быть другой способ. Только так я не могу дать этой лапой вырастить еще в одного монстра. А теперь убирайтесь. Отсчет начался. Сквидвард, твоя нога! Я застрял! Взрыв! Сэнди! Трещина. Это нехорошо. Сквидвард, ты сильно ранен. Сэнди, твой шлем! Вставай, гигантский нытик! Мне нужна твоя помощь! Эй, Сквидвард! 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 Чего тебе? Погнали ловить медузок! Ну уж нет! Сквидвард, друзья должны играть вместе! Сколько раз я тебе должен это сказать, чтобы твоя голова поняла? Мы не друзья! Ну что теперь? Патрик? Я же сказал Спанч Бобу, что я не... Что ты делаешь? Отойди от меня! Стой! Должен следовать дому! Я сказал, отойди от меня! Великий Нептун! Губка Боб! Прости меня, Губка Боб! Прости, что я был плохим другом! Сожрите его мозг! Сожрать мозг, сожрать! Стойте! Ты меня обманул! Брат, присоединяйся к нам, чтобы мы могли накормить великого страдальца! Великий страдалец! Большой толстый врун! Ты сказал, что они все в этом замешаны! Только Краб знал, что с тобой творилось! Сквидвард, Губка Боб! Никто из них не знал, что котлетки для крабсбургеров сделаны из плоти Патрика. Из чего? Если они не знали, что ели, то зачем их наказывать? Потому что они никогда не спрашивали. Но все, хватит. Думаешь, что раз ты проник мне сердце, со мной все покончено? Чтоб ты знал, у меня их три! Пора завершать. Чего? Не против, если я вмешаюсь? Губка Боб, я думал, что я убил тебя. Убил. Но не только морские звезды умеют регенерировать. Морские губки могут восстанавливать себя из одной клетки. А ты еще тот грязнуля. Все это время я рос на тебе, Патрик. И на каждой копии себя, которую ты породил. Пришло время собраться воедино. Нам будет весело. Дружба — это весело, но она не вечна. Весело то, что ты прикончил меня. Весело нам. Но нельзя быть беспечным на глубоком темном дне моря! Ты знаешь, как питаются морские губки, Патрик? С пупком. Давай я тебе покажу! Мы поглощаем пищу через поры на нашей плоти! Держу. Фильтруем питательные вещества. И выбрасываем отходы. Осталось погасить последнюю звезду. Прости меня, Губка Боб.
Прости, 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 прости. Мне очень жаль, Губка, прости. Тебе, да, но не ему. То, что с тобой сделали, это чудовищно. Но то, что во что ты позволил себе превратиться, еще хуже. Я тебя остановлю. Битва двух огромных бесконечных регенерирующих монстров. Это, конечно, весело, но нам стоит придумать план. Он не может регенерировать все. Планктон показал нам его слабость. Вперед, я его задержу. Бесполезная тупая белка. Что за... Оу! Невидимый лодкомобиль. Я так понимаю, это не Красти Краб. Очкарик? Зачем ты ищешь Красти Краб? Кто-то убил морского супермена. Чего? И я хочу отомстить. Эту злую фальшивую маску прислали из Красти Краба. Я ищу убийцу. Но раньше в машину водил Эрни. Я бы могла показать тебе дорогу, но без своего шлема я не могу дышать. Он тебе не понадобится. Вот, возьми. Настоящая маска морского супермена. Источник его силы. Теперь-то ты мне покажешь дорогу до Красти Краба? Нет. Сначала мы отправимся на восток. И как мы должны развести огонь под водой? Теперь, значит, физика работает. Но у нас есть гора Бикини-Боттом. Но этот вулкан дремлет уже кучу лет. Почему бы нам не взять и передвинуть гору в другое место? Патрик, это... может сработать. Ладно, сейчас я буквально буду двигать гору. У меня получится. Просто если расколоть достаточно камня и открыть поток лавы, то... у меня точно не получится. Уж точно не в одиночку. На, Сэнди, как ты смогла вернуться? Я морская белка. Да ты похожа на бобра. Я же сказала супербелка. Еще и с подкреплением. Итак, парни, вы знаете, что делать? Поехали! Значит, Спанч Боб все-таки выжил. И он надирает ему задницу. Сэнди. Подозреваю, что у тебя вопросы насчет Бура. Мы с миссис Пафф оторвали его от старой нефтяной баржи. Похоже, нам в голову пришла идея насчет вулкана. На этот раз бурение морского дна спасет океан. Сэнди. Я рада, что ты в порядке, Сквидвард. Знаю, что ты не хотел, чтобы я возвращалась, но это не твое решение. Эй, влюбленная парочка, у нас проблемы. Мы готовы вытягивать, но похоже, нам придется бурить очень глубоко. И я не хочу посыпать одного из своих парней на верную смерть. Я пойду. Так бы поступил морской супермен. Один последний ход, чтобы остановить зло. Удачи тебе, очкарик. Что это такое? Это его желудок. Он поглотит нас всех. Пора, миссис Пафф. Мы со Сквидвардом приведем их к вам. Ты плыви вверх, а я займусь низом. Понял. Почти на месте. Так, парни, тянем! Тянем! Как тебе такое геройство, старик? Земля дрожит. Это наш выход. Вперед! Не отбегите! Он плавится от лавы. Надо его освободить. Держись, Губка. Мы не дадим ему снова тебя поглотить. Ты связался не с тем грызуном. Ты ничего не можешь с ней сделать. Сэнди, уже поздно. Он умер. На этот раз ты останешься со мной навсегда! Пришло время расплаты за твою легкомысленность, Губка Боб! Патрик! Годами ты поедал мою плоть, не задумывай, что именно ты
ты ее ешь! Я не... Но твое невежество не освобождает тебя от ответственности! Как только я растворю каждую клетку твоего тела, я прикончу Сэнди, Сквидварда и весь оставшийся бикини-ботом! Затем я выращу новую армию морских звезд! И мы распространимся по всему океану, поедая всех без разбору, как ты. Но сперва я хотел бы насладиться разрыванием твоего разума на части. Да, Гэри, я тоже убью. Я убью всех, кого ты... Так, погоди, Гэри... Нет! Что? Гэри? Он проткнул его желудок, и тот сдувается. Ну, конечно. Улитки-тритоны появились раньше морских звезд. Должно быть, Гэри его дальний родственник. Отлично! Я выбила его из равновесия. Теперь зажигай гриль. Сэнди, подожди. Я еще могу спасти губку Боба. Вот ты где. Ну же, трявый страдалец. Нам нужен наш повар! Нет, Бальбом, не бросай меня! Давай! Прости, Патрик! Всемогущий бог, разгневанный стремглав, низверг строптивцев, объятый пламенем бездомный мрак. На муке в адамантовых цепях и в вечном наказующем огне за их вооруженный дерзкий бунт. Яд губка! Патрик! Ну вот, вроде битва закончилась. Прошел один месяц. С момента окончания битвы прошел месяц. Бикини-ботом был почти уничтожен. Одни остались, чтобы начать жить заново. Другие уехали прочь. Но многие не смогут идти дальше. Это еще не конец! А? Патрик! Этот трус выжидал, когда я отправлюсь в поездку с одноклассниками, чтобы убить моего отца! И не столкнуться со мной, кашалотом! Самым большим и самым сильным охотником в мире! И мы теперь должны забыть все, что он сделал! Лишь за его извинения? Мой отец заслуживает справедливости! Так почему? Почему? Мистер Крабс положил начало всему, Перл. Насколько мне известно... Твой отец получил именно то, что он и заслуживал. Красивые котлетки, вегетарианская еда, этичные источники. Новый ресторан? Привет, Спанч Боб. А, Сэнди! Рад тебя видеть! Я до сих пор не поблагодарил тебя за все, что ты сделала в мое отсутствие. Смотрю, ты был очень занят. Ну, что я могу сказать, Сэнди? Все хотят есть. Им нравится этично полученная вегетарианская еда. И поскольку ни крабса, ни планктона больше нет, куда им еще идти, кроме как в твой новый ресторан? Да? Я только что говорила с Патриком. Он сказал, что все началось тогда, когда он съел недожаренный крабсбургер. Правда? Но мы оба знаем, что ты бы никогда не подал недожаренный крабсбургер, если только ты не сделал это специально. Ты это знал. Не так ли? С кем еще ты говорила об этом? Сэнди, кто еще об этом знает? Никто, кроме меня. А? Новый заказ на шестой столик. Спасибо, Губка Боб 021. Я приду позже, как только разберусь с Сэнди. Ты сделал копии себя? Чтобы воссоздать город, мне нужно больше помощи. Твой город? Сейчас время мирное, Сэнди, не для скручивания ран. Потому что когда ты ковыряешь раны, все, что у тебя получается, это кровь. Ты понимаешь это, Сэнди? Да, я понимаю.
Вот, держи крабью котлетку. Я обещаю, мы все забудем, если ты ее съе... Звук пистолета! Прощай, Губка Боб.